Сегодня все суды Тувы открыли двери для школьников и студентов. День открытых дверей в масштабах всей республики проходит впервые. В рамках профессионального праздника юристов и Дня Конституции России школьники могли задать судьям интересующие их вопросы, принять участие в правовых викторинах и конкурсах на знание Конституции страны. У них эти знания, они несколько такие, теоретические, да? А вот здесь, когда они своими глазами видят, как это все происходит, это позволяет им практически вот это все посмотреть. И вот даже, знаете, когда бывает, что иногда вот студенты попадают на судебные заседания, вот на открытые судебные заседания, если это так совпадает, мы в качестве посетителей в зал судебного заседания проводим, на многих это оказывает просто ошеломляющее воздействие, потому что одно дело читать учебники, а другое вот своими глазами увидеть, как решаются судьбы людей и как за то или иное правонарушение многим приходится потом горько сожалеть. Верховный суд республики посетили учащиеся 4-й школы и 5-й гимназии Кызыла. Экскурсия началась с 5-го этажа здания, где подросткам рассказали об истории Верховного суда. Далее школьники прошли в зал заседаний, где их разделили на две группы, и они сами могли протестировать электронную систему ФЕМИДа. Кроме того, старшеклассники побывали и в роли так называемого засекреченного свидетеля. Полностью имя, фамилию, отчество. Плохо слышно. Можно еще чуть-чуть говорить? Александр Родионович Бородач. Так. Год рождения. 1987. После школьников познакомили с судьями и работниками аппарата. Встреча прошла в дружественной атмосфере. Школьники непринужденно беседовали со служителями ФЕМИДы, а судьи были рады неподдельному интересу ребят. Я тут уже не первый раз. У нас была уже экскурсия. Нам тут все подробно рассказывают. Водят на разные этажи. Также зал суда очень интересный. Тут также есть видеосвязь с другими судами. В завершении дня открытых дверей ребят ждал увлекательный рассказ о символе правосудия ФЕМИДе. Организаторы мероприятия надеются, что экскурсия будет полезной в плане представления о судах и их работе и внесут свою лепту в правовое воспитание подрастающего поколения.